Сегодня мы в гостях у детского центра «Седьмой лепесток». И, конечно же, мы приехали не с пустыми руками. Сейчас, прямо здесь, мы установим интерактивный пол. Интерактивный пол – это проекция, которая реагирует на движение. Проекции яркие и динамичные. Мы затемнили помещение для того, чтобы их было хорошо видно. Интерактивный пол содержит больше 100 игр. Его используют в детских садах, центрах, на детских мероприятиях. Вокруг яркой, живой проекции детей легко организовать, и они с удовольствием включаются в игру. Для детей это нечто непривычное, не гаджет и не телевизор. Проекция реагирует на каждое движение. И для того, чтобы выполнить задание, нужно использовать не два пальца одной руки, а все свое тело. Получается неплохая физическая разминка. Сегодня в группе дети 3-4 лет, поэтому мы выбрали развлекательные анимации. Но интерактивный пол можно использовать и для обучения. С его помощью дети хорошо запоминают цвета, цифры, учатся работать в команде и преодолевают свое стеснение, потому что даже самый застенчивый не может долго стоять в стороне. Комплект интерактивного пола включает в себя проектор, датчик распознавания движения и специальное программное обеспечение. Интерактивный пол можно использовать мобильно, как это делаем мы сегодня. Также его можно использовать стационарно, для этого нужно проектор подвесить под потолок на кронштейн. Если вы хотите больше узнать о технологии интерактивного пола, переходите на наш сайт или звоните. Если вы из Новосибирска, приезжайте к нам в гости.